Итак, друзья, здравствуйте, у нас среда. Сегодня то, что называется Veterans Day, это такой день, который, ну, как бы праздник, но не всюду. То есть зависит от организации, как они к этому относятся. Вот у нас в школе, значит, праздник. Мы сегодня не учимся. И вы видите вот траншею, да? Видите, там цементом ее заливают. И здесь тоже вот идет в обход траншея. Что у нас здесь? Я так понимаю, что пока еще землю не стали никуда вывозить, хотя, не знаю, вот открыли пленочку. Может быть, сейчас будут вывозить. Что сказать? Значит, вы видите площадку ровную. Там дальше вот беседка. Вот там, где лопата лежит, за ней беседка. И к ней будут такие ступенечки идти так постепенно. Вот. И слева вот эта вот дуга такая. Там тоже будут такие ступенечки, и там это все будет наверх. Значит, там несколько как бы террасок будет. То есть вот та плоская, которая внизу, потом вот будет терраска там за ступеньками, а потом еще будет подниматься кверху. Так что вот такого плана будет проект. Ну вот, я надеюсь, скоро начнут уже вывозить. И Bobcat, по-моему, уехал отсюда. Так что, наверное, все остальное они уже вручную там покидают. Вот такое у нас обновление.